Да, я сталкиваюсь с агрессивными водителями. Так вот, бывало, едешь на своей машине, смотришь, ну вот реально агрессивный водитель, вот чё ты ли, куда ты прёшь? Ну не понимают люди, понимаешь? А как с ними бороться? Как с ними бороться? Я с ним драться не буду. Словесно. А словесно начнёт с ними разговаривать, а он до драку лезет, понимаешь? Поэтому спокойно проехал, помахал дружку, сделал его там на поворотике, разворотике. Уехал. Красиво надо выходить из ситуации.